Костомаров говорит, Костомаров говорит, Саш, ну не будем же мы его резать, забирай его себе. А нас четверо было. Вот. А золотую рюмку-то как сделал лучшим алкоголиком. Он не пьющий совсем. Ну, знаешь, что только ли? А? Сфотографируй своим алкоголем. А, давайте. Это твой телефон. Да. А вам приходилось вместе сниматься в кино? Как парад планет! Потом да, я у Сережи снимался, конечно, как у режиссера! Да, да, все вспомнил. Пришел в публичный дом. Не было истории. Вот после парада планет теперь мой район. Город Гродно. Там ты знаешь... Добрый день, друзья. Не добрый день вам, не други. На телевидении очень часто интересные вещи остаются за кадром. В гримерках, где порой часами приводят форматный вид гостей. В гостевых комнатах, где гости, звезды в ожидании эфира лакомятся деликатесами, лакают чай да кофе. В студии, пока выставляется свет, это иногда может быть 10 минут, иногда и час. Порой я не ленюсь и фиксирую какие-то вещи на свой айфон. Ну и с вами поделюсь. Твой, да? Брюнетка. Брюнетка за 30 копеек. Да. Я помню, я очень хорошо помню. Ну так вот, там вся история его просто при входе. Да. Мне там очень хорошо. Что, и я там? И я там? И вы там. А где вас нет? Да ладно. Ты так что, ты сразу там? Да. Подойдешь и сразу увидишь. Я сразу увижу, ладно. У нас там, ну, в параде мы как снимаем.